Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы снимем автомобиль Лада Гранта в кузове седан на литых дисках, которые мы установили для нашего клиента. В автомобиле Лада Гранта черного цвета, комплектация Classic, естественно, 2024 года, с подушкой безопасности, в общем, по комплектации чуть попозже. Этот автомобиль мы подготовили на доставку для наших клиентов. Уезжает в Ростовскую область, точнее, будет в ЛНР автомобиль отправляться. Значит, мы сюда установили 15-дюймовые красивые диски. Я ранее выкладывал их и говорю: ребят, клево будет смотреться на автомобиле. Прям идеально будет. 15-е красивые диски. Диски очень по стилю похожи на клабовские родные, но тем не менее, может даже и интереснее. Вот, кстати, и момент. Проголосуйте, какие будут интересные клабовские диски лучше на автомобиле. Клабовские диски — это будут такие, как у всех, да, как говорится, конвейеры, да, штамповка завода. А здесь вроде бы и что-то такое, но уже и интереснее смотрится. Вот, если честно, по мне так диск даже кажется немножко больше. Сам по себе больше, как будто здесь не 15, а 16 дюйм стоит. Но нет, здесь стоит 15 дюйм. Красивые диски, черные с полированной поверхностью. Шины мы поставили стандартную Pirelli Centurante P1 185-55R15. Это стандартная шина, которая сходит с конвейера. Именно такая шина и комплектуется на диски 15 дюйма автомобиля. Вот, в общем, напишите свой комментарий, как смотрится автомобиль. Нам еще осталось закончить сделать тонировочку, вы попросили наши клиенты, но у нас сегодня есть день, поэтому мы сделаем тонировку. Полностью обработали весь автомобиль антикоррозионным составом, все подкрылочки снимали, заливали, капотные, багажные, дверные проемы все обработали. Установили сетку бампер, установили защиту двигателя и постелили комплект ковров. В общем, вот такой автомобиль мы подготовили для наших клиентов на доставку. Я ранее его выкладывал тоже и показывал, что с подушкой безопасности комплектация Classic у нас появилась. 4 колонки во всех дверях есть. Аудиоподготовка, то есть антенна, и 4 колонки. Руль грантовский с подушкой. 2 передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. 2024 года автомобиль с ABS. В общем, напишите свое мнение по поводу дисков. Как они смотрятся здесь, очень интересно мне. И кому будет интересно, то также можете их заказать. Пишите, контакты будут все в описании, друзья. Автомобиль у нас отправляется в Ростовскую область.